Так, ну что, продолжаем? Продолжаем с карандашом. Хотите, я вам покажу, как точить карандаш по-художественному? Вот карандаш. И я открываю лезвие не сильно далеко. И вот так подставляете палец. Ну, то есть вот так получается. И придерживая, ну я прям этим пальцем веду, то есть я не вот так делаю, а именно этим пальцем управляю, левой руки большим пальцем. И вот так плавно снимаете под стержень дерева. Есть карандаши фигового качества, которые тут же ломаются, плохо снимаются. Есть хорошие. Хорошие это, ну их много, но из таких самых популярных, наверное, распространенных, это Faber-Castell и вот Кахинор. У меня Кахинор. И вот так вот аккуратненько снимаете, снимаете. И постепенно старайтесь сделать вот этот треугольничек. Он, видите, довольно длинный. То есть его можно вообще вот так заточить. Сделать плавный переход стержень. Можно вообще вот настолько открыть. И тогда будут большие возможности карандаша доступны. Вот, но я всеми этими возможностями не пользуюсь, поэтому точу немножечко попроще. И вот так вот плавно затачиваете, делаете плавный скос, чтобы было удобно к бумаге под разным углом подходить. Hello, Индонезия. Вот. Видите, карандаш уже коротенький совсем. И потом я стержень еще тоже отдельно затачиваю. Можно наждачкой это делать, это ну, более безопасно. Нулевку, самую маленькую наждачку берете и об нее со всех сторон затачиваете. Можно вот так с помощью ножа. Вот так вот. Здравствуйте, кто присоединяется? Ой, кто присоединился? No, I don't speak English. Сказала она по-английски. Так, итак, что мы теперь делаем? Вот у меня, в принципе, вот такая композиция получилась, своеобразная, очень нестандартная, ну, для меня и немного странноватая. Добавили сюда текст, и хочу добавить, попробовать поэкспериментировать с карандашом и добавить на задний план деталей. Но вот я почему-то вербу вижу, хочу попробовать с вербой. Может быть, вы, если будете что-то подобное делать, что-то свое попробуйте. Причем мне хочется, знаете, это сделать вот прям очень, не знаю, как-то очень упрощенно, чтобы не было. Ну, излишней детализации, что ли, не знаю, как-то хочется, чтобы это было более примитивно, наверное, так.
Короче, что-то себе в голове придумала. Вот сейчас посмотрим, насколько это реально будет исполнить вживую. По самой штриховке карандашом, что сейчас я делаю? Я ну, вот такие рисую овальчики, и сначала сильно давлю на карандаш, а потом все легче и легче. То есть отпускаю давление, мягче ввожу карандашом по бумаге, и получается вот такой плавный штрих, плавный переход. Такой эффект немножко вербочки. При этом текст я не хочу затрагивать, хочется как-то его обойти. И тут еще, кстати, вот если вы тоже будете рисовать подобную вещь, и если вы тоже будете добавлять ветки, смотрите за тем, какое движение у вас создается вот этими прутиками. Не делайте одинаковые такие заборчики. Это будет смотреться не очень симпатично. Да, такая прям получается книжная иллюстрация. Ну точно, все. Лера, хотел сказать, пропала. Пропала Лера, ушла в иллюстрацию. Но нет, на самом деле рано, еще рано. Where are you from? I'm from Russia. У меня немножко нехарактерные становятся эти почки. Точнее, это не почки, да, это, по-моему, цветы прям у вербы такие. Или нет, я уже не помню. У меня, кстати, на Ютубе есть хорошее видео, тоже прямой эфир сохраненный, как рисовать веточки вербы. Он проводился в рамках марафона «Ботаника». И там прям подробно я объясняла, как акварелью можно сделать вот такие красивые разводы. Как красиво нарисовать вербу. Кому интересно, актуально, заходите, смотрите. У меня, кстати, этот эфир, я недавно зашла в статистику посмотреть, и он за последнее время набрал самое большое количество просмотров, ну, видимо, актуальная тема, и все, подскочил. Люди стали рисовать по нему. И вообще, в принципе, там очень много эфиров, которые
можно посмотреть, порисовать. Поэтому, кто еще этого не делал, приходите. Ссылка в профиле. Там вся информация. Ну и, соответственно, вот эти цветочки, почки я тоже распределяю по поверхности листа и, ну, между ветками стараюсь это делать как-то более интересно, да, то есть не чередовать их одно за другим, а все-таки разное движение, направление задавать им, по-разному группировать. А еще карандаш, он же стачивается, и тоже нужно следить за этим моментом, отслеживать, чтобы не терялся эффект, если вы какую-то штриховку используете. Либо вы разворачиваете карандаш, прям проворачиваете, прокручиваете. Либо подтачиваете ножом. Надо найти тут, как сделать. Ну, почему-то мне хочется остановиться. Не знаю, может быть, я не права. Может быть, правильнее было бы заполнить всю страницу. Потому что изначально я думала прям полностью заполнить всю эту страницу. Сделать вот такой фон. И ну, как-то сделать плавный переход. Да? Здесь акварельная, здесь карандаш. Вот между ними вот этот переход. Но почему-то мне сейчас хочется... Хочется остановиться. Не знаю. У меня есть ощущение, что если я продолжу, то потеряется вот легкость и воздух. То есть все наполнится деталями. И из-за этого немножко перегрузится.
немножко добавлю еще контрастов. Ну, как-то так. Я думаю, что нужно остановиться. Вот как вам показать? А, вот такой получился разворот. Такие милые, приятные малыши, которые поздравляют всех с праздником. Так, я добавила на Pinterest утенка. Ссылка на эту доску есть, по-моему, она еще висит в сторис. Можно будет посмотреть. И я сейчас добавлю еще раз оба эти референса в себе в сторис снова. The sketch will be then a draft of your painting. It's just a sketch. Так мило получается. Эфир сохраните. Я сохраню эфир и выложу его на YouTube. Когда выложу, не знаю. Наверное, завтра, может быть, послезавтра, как доберусь до компьютера и будет время посидеть, чтобы все это перекинуть, перекину. Но пока можно посмотреть в Инстаграме, сколько там сутки будет сохранен эфир. Вот, это вторая часть. Первая часть была часом ранее. Ну, в принципе, сейчас сколько? 20 минут прошло. Небольшой кусочек дополнительный. Я думаю, что хватит. Довольно вот этого вот. Ну, такой необычный получился разворот для меня, по крайней мере, потому что я больше по вот такому, да, по такому. То есть что-то просто, просто какие-то фигуры интересно сделанные. Но честно сказать, вот прям в таком формате мне сложно в прямом эфире рисовать. Сложно, потому что здесь большая концентрация на самом деле идет
ну, в процессе работы очень много мозговой деятельности, потому что сама эта техника, она, ну, как бы техника, да, это грубо говоря, ну, стилистика вот эта, она для меня самой еще не настолько привычна, чтобы ее на автомате выдавать, и поэтому мне нужно очень сильно концентрироваться и продумывать свои шаги, действия, чтобы все получилось. Вот. И мне реально очень сложно в прямом эфире такого плана работы выполнять. Вот. Поэтому в эфире я немножко попроще работы делаю. Ну вот эту птицу я делала в прямом эфире, но я ее делала вообще без объяснений, практически не отвлекаясь на текст. То есть я больше, знаете, как просто включила, сделала прямое включение в процессе, пока я рисовала. Вот, то есть... И все равно, тем не менее, я, ну, все равно я мозгами как бы помню, у меня, знаете, как лампочка в голове горит о том, что идет прямой эфир, и, ну, все равно немножко часть внимания уходит туда. Вот, поэтому, конечно, в эфире, ну, я выбираю сюжеты и работы попроще, которые не требуют такой излишней концентрации. Ну вот, получается, в принципе, вот такие милые, интересные вещи, которые могут быть интересны по цвету, по каким-то фактурам, по, ну, тут по композиции получилось так необычно, нестандартно. Вот, собственно, и все. Если есть какие-то вопросы, пишите, пока я подсоберу свои инструменты и буду прощаться. О, давайте я пока есть случай, напомню, что завтра стартуют продажи по курсу акварельного скетчинга по сниженной стоимости. Для тех, кто будет смотреть это в Ютубе, в записи потом-потом, сегодня у нас Пасха, поэтому ну, имейте в виду, что эта информация может устареть. Ну а для тех, кто сейчас в прямом включении, завтра стартует предпродажа по акварельному скетчингу, сниженная стоимость. Вся информация будет по ссылке в описании профиля, можно будет записываться непосредственно через сайт. А стартует сам курс 11 мая, и мы будем его вместе проходить. Спасибо вам за то, что пришли на эфир, порисовали вместе со мной, поучаствовали, предлагали свои варианты текстов, предлагали, ну, вообще просто как бы общались. Смотреть, когда вы просто рисуете, без объяснений тоже интересно. Ну, я думаю, что когда я закончу запись курса по акварельному скетчингу, то есть все, когда уже завершу работу над ним, я хочу сделать какую-нибудь творческую работу для себя. Ну, то есть прям большую, хорошую такую работу, на которую я потрачу не 2 часа, а достаточно длительное время. Ну, типа как я мышат делала с цветами, вот что-то такого плана. И если будет у меня... Ну, если я буду чувствовать, что я готова подключиться в прямой эфир, то я подключусь тогда просто... Ну, вообще просто без общения. Рисую, поэтому некогда писать правильно. Нефиг писать, рисуй. Сохраню эфир, да, эфир будет сохранен. Ну что, друзья, все, я на этом с вами прощаюсь. Сейчас я выложу в Инстаграме две этих фотографии работы до карандаша и после карандаша. Сможем вместе с вами прям наглядно сравнить, обсудить. Благодарю вас за участие в эфире и ждите запись на Ютубе, чтобы потом пересмотреть. Всех поздравляю с праздником. Замечательный, светлый праздник. Очень его люблю. Отчасти потому, что можно кушать вкусные куличики. На этом все, друзья. Обнимаю всех. Пока-пока.